Здравствуйте, вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Валерия Шакунова. И вновь мы на самой масштабной стройке Перми, реконструкции улицы Революции. Работы идут по графику, и сейчас завершился их очередной этап. Левая сторона доведена до газеты «Звезда». После газеты «Звезда» выполняются работы по переустройству кабельных линий и устройству оснований. То есть к середине следующего месяца также будет левая сторона покрытия. Кроме этого, мы приступили к установке бортовых камней, чтобы в последующем перейти тоже в это месте к устройству уже тротуарной части. И слева, и справа. Конечно, многим пермякам интересно, как будет выглядеть улица, когда реконструкция завершится. Ведь здесь появится то, чего на этом участке Революции не было никогда – трамвайные пути. Сейчас последние работы уже ведутся по зачистке непосредственно самого рельса от всех битумных и щебеночных краплений, которые остаются после обработки и устройства покрытия. График для себя прокладки сформировали. По сути, у нас захватки такие в 50-60 метров. По сути, будут проходить в течение 10 дней. Это удобно и с точки зрения производства работ, ну и с точки зрения организации производства на объекте в целом. Потому что подрядчик, который делает непосредственно основание, он идет впереди, за ним идут уже трамвайщики, которые устраивают плиту под рельсошпальную решетку и, соответственно, уже укладывают рельсы. Ну а что же происходит сейчас здесь, на пересечении улицы Революции с улицей Сибирской? Наряду с устройством дорожного покрытия началась установка бортовых камней. Тем временем сети водоснабжения и канализации уже введены в эксплуатацию. Активно ведутся работы и на этом участке улицы Революции, от Куйбышева до Комсомольского проспекта. Здесь сейчас основное внимание уделяется двум моментам. Это строительство ливневки и обустройство сетей газоснабжения. На прошлой неделе мы работали на перекрестке Пушкина-Куйбышева. В эти выходные 3-4 числа работы будут производиться на перекрестке Куйбышева-Революции. То есть об этом мы можем уже сейчас заявить. Будет ограничено движение по улице Куйбышева, но при этом движение с улицы Революции на улицу Куйбышева в сторону центра города будет сохранено. Завершены работы, из-за которых закрывалось движение транспорта на участке Комсомольского проспекта по четной стороне. Так вот, с завтрашнего дня, 1 августа, движение здесь откроется вновь. Но в ночь со вторника на среду, с 6 на 7 августа, закроется движение транспорта на участке Комсомольского проспекта по нечетной стороне. Это вынужденная мера. Ведь не только строители, но и все остальные пермяки заинтересованы в том, чтобы реконструкция улицы Революции шла по графику и закончилась вовремя. Ну а наше дежурство уже заканчивается. Свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу по телефону 2-630-300. Мы же на это прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.